произошло ДТП. Мужчина 35 лет, информация неизвестна. Ребенок 8 лет стабильный. Сразу же нужно взять анализы. Сразу отправляйте на МРТ. Хорошо. Что с Демиром? Что я сделала? Демир. Ты чего плачешь, на ночь глядя, малявка? Будто мы умираем. Ты ведь не умрешь, так? Конечно же, умру. Стой, стой, не плачь. Сегодня не умру. Лет через 50, когда ты станешь взрослый. Так легко ты меня убить не сможешь. Слышала, малявка? Даже если ты умрешь, меня это волнует. Да что ты. Зачем тогда пришла? Плачешь надо мной, будто увидела труп. Я не плачу. Посмотри, в каком я состоянии из-за тебя. Не нужно было бросаться под машину. Не нужно было бросаться спасать меня. Да, я тоже так думаю. Просто я осел. Ты давай, иди в свою комнату. Тебя даже не волнует, что ты пострадал. Но когда хочешь поинтересоваться, я когда тебя спасал, был грубый. Я больше не приду к тебе, даже если ты будешь плохо себя чувствовать, не волнует. Выйди отсюда. Что вы тут делаете? Тебя вроде Ойку звали. Иди в свою палату, тебе нужно поспать. Слушайся, госпожу медсестру, давай. Она в порядке? Простите, что? Ребенок в порядке? При поступлении не обнаружено проблем, но сейчас под наблюдением. Не переживай. Твой папа поправится. У него небольшое сотрясение, вот и все. Придет в себя, и все пройдет. Давай пойдем, оденем форму. Увидела и сразу начала плакать. Что это? Моя шея. Посмотрите, опять идет. Иди к себе. Господин Демир. Господин Демир, вы в порядке, как Ойка? Госпожа Джандан, в порядке. В порядке, слава богу.
Мы в порядке. При входе я поговорила с врачом. Она сказала, что у вас небольшое сотрясение. Да. Вы в порядке, да? Да, да. Как это произошло? Нет, нет, ничего серьезного. Небольшая авария. Мы это пережили. Не переживайте. Поскорее выздоравливайте. Спасибо. Как вы узнали об этом? Я несколько раз звонила вам сегодня, но ответили из больницы. В чем дело? То есть, почему вы мне звонили? Мне нужно было кое о чем поговорить с вами. О чем? Господин Демир, давайте не будем говорить об этом, пока вы в таком состоянии. Поговорим, когда вас впишут. Конечно, конечно. А в какой она палате? Кто? Ойки, в какой она палате? Ойки? Не знаю, меня ведь сюда положили. Медсестра! Ладно, ладно, не кричите, успокойтесь, я найду. Ой, ты дорогая, сестра Джандан, ты в порядке? Я очень испугалась. Что с вами случилось, расскажи-ка. Сестра Джандан, ты бы видела. На улице передо мной выехал огромный микроавтобус. Чуть не сбил меня. Слава богу, папа бросился на меня и спас мне жизнь. Что, тебя чуть не сбил микроавтобус? Но мой папа спас меня. Кажется, ты спала. Давай ложись, а тебе нужно отдыхать. Сестра Джандан. Сестра Джандан, я не могла уснуть. К тому же здесь очень странно воняет. В больнице всегда такой запах, моя красавица. Моя ветеринарная клиника тоже имеет такой запах, но ничего плохого в этом нет. Давай засыпай и поспи немного. Сестра Джандан, ты уйдешь? Нет. Я буду здесь. Буду вот так сидеть здесь, хорошо? Давай спи спокойно. Хорошо, сестра Джанда. Завтра все наладится. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.